Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із повідомлення від ГУРу. Вони кажуть, що у Бердянську підірвали 4 представників ФСБ, які знаходилися в автомобілі, і назвали це акцією помсту. Серед ліквідованих російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України. Ну, підірвати ФСБшників на тимчасово окупованій території – це свідчення наших продуманих дій, і чи всіх катівників чекає тоді така доля? Ну, скорее всего, надо чуть по-другому ко всему этому относиться. Дело в том, что вот наши вооруженные силы Украины, сотни тысяч украинцев уничтожают российских захватчиков, уничтожают сейчас на линии фронта, выполняя боевую задачу освобождения нашей территории, освобождения наших людей. И основная эта задача уничтожения россиян с оружием, потенциальных убийц, то есть это россияне, которые сознательно пришли в рекрутинговые центры, сознательно взяли в руки оружие и сознательно пришли убивать украинцев. А это не сделают, если их оставить в живых, они сделают это еще раз, еще раз и еще раз, пока их не остановить. Остановить их можно только одним способом, уничтожив, все равно где и все равно когда. Потому вот этот механизм уничтожения, это все равно, это ФСБшники, это оккупационные власти, это идеологи геноцида украинского, то есть это все люди, которые не люди, россияне, которые будут убивать украинцев весь остаток жизни, если ее им оставить. Потому уничтожение вот этого вида прослойки россиян должно стать, ну, это боевая задача для любого военнослужащего, это просто работа. У летчика своя работа с помощью авиации бомбить, уничтожать. У артиллериста своя работа с помощью техники, снарядов уничтожать этих, вот эту прослойку россиян. Террористов, это в чистом виде террористы, у штурмовых групп с помощью стрелкового вооружения уничтожать этих террористов, у разведки, причем разные, у нас несколько разведок, это и главное управление разведки, это и служба внешней разведки, это контрразведка службы безопасности, это силы спецопераций, разведгруппы вооруженных сил Украины, то есть у нас много разведок, у них задача уничтожать врага в тылу и на оккупированной территории Украины, и на любой территории этого мира, потому что это же террористы, а террорист должен быть уничтожен, где бы он ни был и когда бы это ни было. То есть это без срока давности, так сказать. Это будет уничтожение сейчас в Бердянске, или это будет уничтожение через 10 лет где-то в Воркуте, все равно где. То есть вот это количество, это около полумиллиона россиян, террористов, они должны быть уничтожены в течение определенного времени. Они будут уничтожены, потому что достаточное количество, сейчас десятки тысяч разведчиков наших, которые выполняют эту задачу. Мы просто ее видим, кое-где мы ее видим, кое-где мы ее не видим. Но уничтожение идет, и оно будет продолжаться. Поэтому правильное, грамотное действие, только единственное, надо нашей разведке и тем органам, которые будут заниматься потом уничтожением россиян после уничтожения уже российской армии на нашей территории, продолжать это действовать по всему миру. Это будет не только в России, будет везде. До Антарктиды доберутся разведчики для того, чтобы уничтожить последнего россиянина, который был причастен к убийству украинцев. И украинцы, ну, народ такой, мы ж не злопамятные, отомстим и забудем. Потому пока не отомстим, у нас этот вопрос будет решаться. А так как дело не в мести как таковой, а дело в безопасности будущих поколений украинцев. Потому все, кто был причастен к геноциду украинцев, они должны быть уничтожены для того, чтобы наши внуки, правнуки и так далее и тому подобное чувствовали себя безопасно. А для этого надо нашей разведке дать правовые возможности для выполнения этих задач, а это оптимальный вариант довести до состояния уже указов, может быть, законов и положений о признании россиян, которые, неважно, не только россиян, а всех, кто был причастен к геноциду
украинского народа, перевести их в режим террористов, чтобы не было вопросов, во-первых, в мире не было вопросов, почему, допустим, где-нибудь в Уагадугу повесили троих ФСБшников, ну, допустим, когда-то там в Буркина-Фасо, да, или еще где-то. Чтобы было понятно, что взяли, повесили террористов, которые там 10 лет назад где-то появились в Бердянске и убежали от взрыва той группы, которая уничтожала, не добила, так сказать, оставшихся. То есть для этого надо подвести вот эту законодательную базу, чтобы все было в рамках закона, не вываливалось за пределы правового поля, и люди, которые занимались бы уничтожением россиян, этих полумиллиона террористов, они были для нас героями, то есть они выполняли бы бойовые функции даже уже после окончания бойовых действий на территории Украины. А чому тоді цього досі немає? Ну, потому что люди, которые управляют этими процессами и руководят страной, они этого даже не понимают. То есть, ну, нет государственников у нас, не думают у нас наперед, там, на десятки лет, не видят этих всех вопросов. Только из-за этого. Может быть, какие-то внешние есть давления, какое-то внешнее давление для того, чтобы этого не делать, ну, чтобы этого не было. Но мы же украинцы, там же какое-то внешнее, не внешнее, это все равно будет делаться, и в конце концов народ Украины выберет себе руководителей, которые будут думать наперед на десятки лет для того, чтобы создавать, вот такие структуры, ну и чтобы не было таких даже прецедентов каких-то, даже у кого-нибудь даже в мыслях не было еще раз воспроизвести геноцид украинского народа. Это то, что не было сделано в 1933 году, когда конкретно Голодомор, а это точно в чистом виде геноцид, просто так сложилось, моего прадеда в Едутах российские солдаты застрелили в 1933 году за то, что не отдал мешок зерна весеннего, который должен был сеять. 13 детей осталось без кормильца, разорвали всю мою семью в этом смысле. Так вот, чтобы этого не было, чтобы больше никогда в жизни ни у кого не возникла в этом мире идея убить украинца, их надо всех под ноль пустить, в ноль вырезать, ну, то есть уничтожить эту террористическую даже идею. А носители террористической идеи – это россияне, которым как кость поперек горла стала Украина. Потому пока мы их не уничтожим вот такими методами, причем это человеческие методы, то есть это не поймать и пытать, их сразу отминусовывать надо для того, чтобы сама идея не воспроизводилась. Иначе наши внуки, правнуки будут страдать от таких же поползновений, и мы еще не один рецидив этот можем увидеть. Українська сторона вже другий день підряд погрожує Росії відповіддю за удару по енергоінфраструктурі. Вчора про це говорив Володимир Зеленський, і ми з вами обговорили так цей момент. А сьогодні про це вже говорить секретар РНБО Олексій Данілов. Якщо з іншого боку на це подивитися, Роман Григорович, може вони щось знають і про щось цікаве, що ми готуємо? Вчора був удар по населенному пункту недалеко от атомной станции Хмельницкой, там и Ровенская, кстати, недалеко. Потому вот эти говорят, скорее, если бы сегодня был удар, допустим, по Курской или Воронежской атомной станции, вот это было понятно. А пока мы слышим, скорее всего, разговоры мастеров разговорного жанра. Вот лучше сделайте и не говорите, чем не делайте и говорите, но не делайте. Вот в этом смысле здесь вот это же как раз проблема. Люди, которые много говорят, они мало делают. Потому, ну, пока эти два человека для меня, пока они не нанесут удар туда, куда был нанесен по нам удар, пока это мастера разговорного жанра. Вот посмотрим, сколько они продержатся в этом амплуа, так сказать, мастеров разговорного жанра. Якщо говорити детально про ситуацію на фронті, то в Генеральному штабі говорять про те, що росіяни атакують на 7 напрямках за добу. На фронті було 78 боєзіткнень. Мене Рович, ми бачимо, що вже кілька тижнів лінія фронту на півдні, у районі Роботинського виступу, практично без змін.
З одного боку, український контрнаступ уперся в оборонні позиції росіян, а з іншого боку, противник далі, ну, якби частіше йде ось ці контратаки. Скажіть, будь ласка, от як ви на сьогоднішній день бачите там ситуацію? Чи можна говорити про те, що вона там є патовою, чи так взагалі не можна говорити? І чи, можливо, очікуєте ви ще ось цей осінній ривок на фронті? Ну, дело в том, что у нас как таковых рывков нет. Есть плановая работа, не бывает рывков. Есть плановая работа, есть поставленные цели. Под поставленные цели выделяется определенное количество сил, средств. И вот если они есть, то эти поставленные цели достигаются. Если этих сил, средств не выделяется по каким-то причинам, то, естественно, цели достигаться не будут, и скорость продвижения будет, естественно, маленькой. Вот то, что мы видим, допустим, по Работинскому выступу, то есть мы двигаемся там сейчас, есть там положительная динамика и в районе Работина, и в районе Новопрокоповки, но скорость движения, она напрямую зависит от поставки вооружения. В основном туда сейчас для движения там нужны достаточное количество снарядов. Авиации нет, потому только артиллерия, 90% боги войны, святое, только они могут продавливать и создавать огневой вал для того, чтобы зачистить россиян. А тем более там мы в высоты уперлись и в районе Вербового, и там западнее Новопрокоповки. Их надо срезать, а срезать их можно только артиллерией. Поэтому, скорее всего, здесь вот, уменьшение скорости продвижения наше завязано на поставки боеприпасов. То есть как только разблокируется или, допустим, ускорится поставки боеприпасов, там начнется, вернее, продолжится дальнейшее движение согласно тех планов, которые называются просчитаны, приняты, подписаны и скреплены печатью, так сказать. Другого там ничего не будет. Есть некоторые моменты, связанные, допустим, с перенаправлением, может быть, с перенаправлением количества боеприпасов в сторону Авдеевки, ну, то есть там сейчас горячее всего, и там лучше уничтожать россиян. Первая задача любой армии – это уничтожение армии противника, армии, которая обороняет свою землю и пытается уничтожить агрессора. То есть там, где максимально, почему перенаправляются иногда в снаряды те же боеприпасы в другое место, потому что там самая большая КПД от использования снарядов. Все же прекрасно понимают, что сейчас в районе Авдеевки вот это такая коса смерти россиян косит. И именно туда оптимально перенаправить большое количество. Скорее всего, это было сделано. Как только россиян попустит, как только у них закончится боевой порыв или закончатся сами россияне, тогда перенаправятся, допустим, обратно на Работино. Но этим занимается как раз Генштаб распределением и усилий в том числе. И это будет понятно. Никакого патового состояния абсолютно нигде нет. Перспективное направление в сторону Токмака. Открывается перспективное направление сейчас по левому берегу. Там выполняются определенные задачи по левому берегу. И впереди осенне-зимний период, который заморозит Восточный фронт. Не даст россиянам двигаться. Плохая погода, вот даже сегодня, вчера, за два дня у россиян раза в два уменьшилось количество атак именно по Авдеевскому, по восточному направлению, так как плохая погода и мокрый грунт, дожди, мокрый грунт, и туман, и низкая облачность не дают россиянам поднимать те же коптеры для того, чтобы определить места удара, ну, целеуказания. А это сразу снижает боевую активность. Потому впереди осенне-зимний период, снижение боевой активности там, где нам нужно, там, где россиянам легче всего наступать или контратаковать, это по востоку. Вот на полгода их выключит, разверзнутся небесные хляби. Уже небезызвестная Грета Тунберг правильно сказала, тепло зашло, уже зимы не будет, значит, будет осень до весны, называется. Потому вот эти осенние дожди, которые выключатся где-то в апреле, в мае, они не дадут развернуться россиянам. А нам ничего не будет мешать двигаться дальше по уже другой, почему Восток выключится с водой. Потому что там чернозем, там довольно-таки донецкий чернозем, это бетон практически жидкий. А вот двигаться по Херсонскому направлению, по левому берегу, по Запорожскому на Токмак намного проще. Там глинисто такие песчаные почвы, и они дадут возможность двигаться технике
на гусеницах, то есть траки хорошо себя держат на мокром песке. Потому все нормально, все идет, в принципе, согласно тех планов. Единственное, по времени. Вот по времени, но время здесь все зависит от наших партнеров, ну и от тех руководителей, которые не подготовили страну, не подготовили армию достаточным количеством боеприпасов и производства к выполнению боевых задач. От давайте якраз поговоримо про виробництво боєприпасів. Найближчим часом, каже секретар РНБО Олексій Данілов, що збільшиться виробництво зброї в Україні. Він каже, що держава сама тут впоратися не зможе і залучатимуть максимальну кількість приватного бізнесу до цих справ. Це буде дуже потужна річ і наше спільне завдання на території України. І наше спільне завдання. Крім того, він говорить, що на території України є місця, де можна безпечно запустити виробництво. Скажіть, будь ласка, а чого ми не робили це раніше? І що ми найголовніше от втратили за ось ці роки незалежності? І чи можна все ще наздогнати і повернути? Ось ці теми. Ну, пока будем воевать, нет, это нет такой возможности. Это уже потом можно будет восстанавливать, причем именно те позиции, которые правильно, грамотно показали себе при ведении боевых действий. Некоторые можно вообще за них забыть, как в свое время забыли за томагавки, не ракеты имеется в виду, а за индейские, за луки, стрелы, арбалеты и так далее и тому подобное. То есть перераспределить усилия и запустить производство именно тех видов вооружений, которые показали себя с хорошей стороны при выполнении этих боевых действий на нашем театре военных действий. То есть это можно сделать, но уже после войны. Во время боевых действий можно как-то нивелировать проблему, ну, чуть добавить, не получается запуститься ни одной стране. Дело в том, что ни одна страна не может с колес выполнять боевые действия, и тем более наступательные. Это просто нереально. Даже оборонительные проблемы. Почему иногда для обороны десятки лет складируются вооружения, то есть производятся, складируются, рассредотачиваются и готовятся к обороне. А к наступлению, так это еще больше. К наступлению страна готовится, переведя практически больше половины экономики на военные рельсы. Вот тот же Азербайджан готовился сколько? 30 лет для выполнения задач. А каких? Всего лишь по Карабаху? Ну, то есть еще и с помощью той же Турции. Россия даже сейчас не может, вроде большая страна, остаток от Советской империи, этот осколок, и она не может запустить и обеспечить себя на данный момент даже для оборонительных задач. У них же не хватает для обороны даже количества тех же снарядов. Вот они почему по миру болтаются, ищут, с протянутой рукой ходят. А у нас никто не занимался. За 30 лет армию просто угробили. Армию угробили, склады распродали, все и вся. Ну, а последние три правителя, от Турчинова до Зеленского и Порошенко в том числе, то есть эти все три, они толком никто не занимался обороноспособностью, причем те потуги, которые как-то делались, они были направлены в основном больше, наверное, на свои предприятия, чтобы их загрузить производством, а не на потребности армии как таковой. Потому у нас армия была как, ну, и встретила войну как такая свадебная лошадь. Голова в цветах, а задница была в мыле, потому что не было практически... нечем было воевать. Все либо повзрывали, или просто не сделали. Ну, этим самым, асфальтом же не накидаешься в противника. Не, можно начать кидать, но недолго, до прилета первой мины. Потому есть эта проблема, проблема как раз в правителях, которые не подготовили страну абсолютно. Они, может быть, для чего-то другого его готовили, но однозначно не для военных действий. А уже в движении нельзя наверстать упущено, просто нельзя. Даже если бы у нас вообще все было хорошо, у нас бы не хватило бы на второй год боеприпасов, пришлось бы заключать какие-то соглашения. Почему ведь страны и вступают в военные союзы? Весь смысл-то как раз в этом. Лучше в военном союзе быть там, где там 30 стран, 32 страны, сейчас Швеция вступит, и пользоваться помощью сразу там 30 стран, чем одной взваливать себя на плечи экономические трудности, связанные с производством
военной продукции. Потому оптимально это как раз вот почему вступление в НАТО для нас оптимально в этом смысле. Потому что это даже есть здесь часть такой экономического плюса. Ну а что сделать с этими людьми, которые не подготовили страну и до сих пор занимаются говорильнее? Ну они реально занимаются говорильнее, потому что по большому счету в любых странах, ну, по-нормальному, если подойти к этому, то не справился с задачей. Секретарь Рады национальной безопасности и обороны не справился с задачей обороны страны. Ну, понятно, он не офицер, не застрелится, но если гражданский. Написал рапорт, прошу уволить меня по профнепригодности, кого-то другого поставьте. На секретарь нацбезопасности, это должен быть военный человек. Ну, он должен разбираться в экономике и в военном деле однозначно. Ну, а уже, я уже сказал по поводу мастеров разговорного жанра. Мастеров разговорного жанра много, очень много. Только толку с них в военном отношении иногда очень мало. Щодо подальших ризиків, Палата представників США обрала ультраправого республіканця-трампіста Майка Джонсона, який виступає проти допомоги Україні, новим спікером. Крім того, новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовляється від допомоги Україні. Він сказав, що мирний план Зеленського нереалістичний. Угорщина кричить тим часом про мирні перемовини. Чи може питання допомоги Україні стати наріжним каменем? Ну, однозначно по помощи Украине, военной помощи будут бить наши враги. Соединенные Штаты будут как-то пытаться это нивелировать, потому что мы уже завязаны в общую предвыборную кампанию. Мы, имеется в виду, война против России и победа украинской армии над российской армией на нашей территории, она завязана в общую парадигму проведения предвыборной кампании американцев. Потому они-то будут это как-то нивелировать, но у них там тоже есть определенные течения, причем не заточенные на препятственные по помощи Украине, а как раз на внутриполитические некоторые моменты для того, чтобы противоборствующая сторона не получила определенных дивидендов на выборах. То есть больше они, допустим, будут препятствовать не самим нашим боевым действиям, а как раз вот этой политической составляющей, так сказать. И эти вопросы, они и поднимаются, даже трампист, они там, еще кто-то, это неважно. У них вот эта внутриполитическая борьба будет приводить к информационному потоку определенному и к некоторым ограничениям. Но я бы не сказал, что они будут для нас какие-то негативные, потому что ограничения, они даже по некоторым позициям могут быть и позитивные. Почему? Потому что, допустим, контроль за расходованием средств. Нам выделяют 60 миллиардов, а всего лишь 14 миллиардов пойдет только на, ну, грубо, на боеприпасы, а все остальное идет на сопроводиловку или на восстановление чего-то. И вот здесь республиканцы могут оказать такую положительную для нас роль в поднять, в конце концов, передачу в нам, увеличить прямую помощь военную, то есть эти цифры поднять на военную помощь прямую, и это было бы неплохо. Как раз республиканцы, кстати, были инициаторами ленд-лиза, это демократы, Байден это все похоронил, весь ленд-лиз, все, он умер, его уже нет. Вместе, кстати, с нашей послицей, ну, в смысле, послица еще живая, а ленд-лиз похоронили, его не восстановили. А это республиканцы подавали. Причем почему подавали республиканцы ленд-лиз? По ленд-лизу основная помощь идет именно военная. То есть если бы он запустился, мы получали не 60 миллиардов такой фантомной помощи, а мы получали 60 миллиардов долларов конкретно в продукции. Ну то есть в танках, в самолетах, в боеприпасах, ну и так далее и тому подобное. Но на это Байден не пошел, ему больше именно денежная составляющая была важна, потому что ее можно было перенаправить в том числе на внутреннее определенное производство, либо на такие феерические некоторые действия, а все это в рамках одной и той же помощи, то есть на подготовку, на создание каких-то центров, ну, на что попало, только не на снаряды. Потому здесь вот как раз республиканцы могут впрыснуть такую конструктив в передачу нам в вооружение. Но это касается, если касается
американцев. Там очень сложная ситуация, это внутрипартийная, тут они сами будут разбираться. Но американский народ выберет, ну, то есть здесь влиять на них, конечно, не надо. Американский народ сам выберет себе предпочтение. А вот то, что касается европейцев, ну, здесь ничего нового, так сказать. И мадьяры, и Словакии, ну, это пророссийски настроенный электорат, я бы так сказал. Никогда они не были толком-то европейцами. То есть, потому ничего нового, ну, нарисовались, обозначили еще раз. Ну, знаем мы, что проблемы с мадьярами, с венграми у нас. У нас не только с ними проблемы. У нас еще есть несколько таких стран, у которых не совсем кукушка правильно кукукает. Потому будем вопросы решать. А куда Европе деваться? Захочет сильно Венгрия, чтобы к ним пропустили россиян, ну, можно им это устроить. Посмотрите карту, довольно-таки неплохо, через Приднестровье. Русаков только надо до Приднестровья довести, называется. Отвернуться на несколько часов, чтобы они туда прошмыгнули и дальше двинулись в сторону Венгрии. Там как раз Молдове, на Венгрию, потом могут, кстати, дальше двинуться, туда же на Австрию и до Берлина, там Шольцу вкрутить немножко правильный настрой, чтобы резкость наводил на Таурусы в нашу сторону. То есть много чего можно придумать, так сказать, креативного. А вот они могут так докреативить, что мы начнем креативить, и тогда там мало не покажется. Вернуться обратно, они же, может, уже историю не помнят, те же мадьяры. Они откуда взялись? С Ханты-Мансийска, это же Ханты-Манси, это стартовая, базовая народность венгров. Это мы когда-то их пропустили, правда, говорят, даже не заметили, они мимо Киева прошмыгнули тысячу лет назад в Панонию. Понравилась им эта долина, там остались. Потому там исконно чьи там были земли, мы можем тоже этот слоган к себе применить, чьи там были исконно панонийские земли, ну уж точно не венгров и не мадьяр. Потому можем тут тоже этот вопрос порешать как-то. И ничего ж не скажут, они же за Россию, они же за исконно русские земли. Потому вернутся обратно в Ханты-Мансийске, будут там добывать лед, выходя на улицу, а не в холодильник. Армен Григорович, видання «Політіко» написало новину про те, що українські пілоти вже почали льотну підготовку на F-16 в Україні. Спікер повітряних сил Юрій Ігнат відреагував на це повідомлення, і він сказав, що Україна раніше партнерів, які займаються підготовкою українських пілотів для F-16, не оприлюднить інформацію про цей процес. Всі дізнаються, що українські льотчики пересіли за штурвал літаків винищувачів, як самі пілоти покажуть фото із кабіни літака. Роман Роч, але все ж таки, як ви вважаєте, ну, враховуючи так час, коли були відправлені наші хлопці-пілоти туди, все ж таки, могли вони вже приступити до цієї самолітної підготовки вже чи ні? Ну, во-первых, нет штурвала у истребителя, и никогда не было. Штурвалы – это у транспортников. А у истребителя рычаг управления самолетом или ручка управления самолетом, или джойстик, как у F-16, он там по-своему называется. Потому, ну, не найдут штурвала. Эти мастера разговорного жанра не найдут штурвала у истребителя, как бы они это ни хотели. А вот летный состав, ну, уже ж долго, ну, сколько можно технический язык учить? Ну, несколько недель, но уже прошли эти недели. Нашли, обучали техническому языку, параллельно однозначно обучались на тренажерах, на симуляторах и на тренажерах реальных, это так называемый тренажер летчика ТЛ, это кабина самолета только, которая там на гидроприводах иногда тенденциальные перегрузки создает, и несколько экранов, либо шлем, в зависимости от задачи, где летчик тренируется распределению внимания в кабине самолета. Ну а дальше уже начало летной подготовки непосредственно в уже непосредственно на самолетах, причем этот процесс, скорее всего, уже действительно начался, потому что исходя из той практики переучивания и из того времени, когда уже было обозначено начало подготовки, летчики уже должны летать, даже не сегодня и не завтра, а уже вчера должны летать, а полеты летного состава, они длятся до первого вылета, где-то по курсу боевой подготовки, это около 20 полетов, ну, в среднем где-то до 20 полетов на переучивание, не на обучение, на переучивание. С одного вида техники на другой, если это однотипное, ну, то есть с истребителя на истребитель.
И летать они будут до первого тренировочного вылета. Ну, 20 полетов – это 3-4 смены, грубо до 1,5-2 недели. То есть 1,5-2 недели летчики уже начнут летать сами по кругу, по маршруту, по простым, на простые виды полетов. И вот, может быть, тогда, когда первый летчик с эмблемой Украины на плече будет взлетать или садиться сам, может быть, как раз видеоряд, мы его должны увидеть, нам должны его показать, потому что мастера разговорного жанра со штурвалами в кабине истребителя, они обязательно это подсветят. Мы это, естественно, увидим, похлопаем нашим пилотам за то, что они, вернее, тому, что они уже сами начали летать. А около 20 полетов надо в летному составу для того, чтобы вылететь самим. Ну а дальше где-то 1,5-2 месяца летной подготовки, исходя из тех задач, из того курса летной подготовки, который будет расписан под каждого летчика, исходя из допусков летного состава к выполнению боевых полетов по видам подготовки и в метеоусловиях, в таких или в таких. И надо будет налетать еще, ну, хотя бы 100 часов, ну, больше сотни часов надо налетать для того, чтобы выполнять потом боевую задачу. Это где-то, ну, месяца полтора-два, то может быть и больше. Но есть возможность того, что часть пилотов может к нам вернуться, если нам дадут еще самолеты, то до Нового года мы можем увидеть пару, звено, может быть, пару звеньев. Пара – это 2 самолета, звено – 4 самолета. То есть можем увидеть нашу первую группу уже в небе Украины, выполняющую какие-то задачи. Задачи разведки, доразведки с помощью авиации, задачи ПВО, то есть перехватов воздушных целей, а может быть, задачи РЭП – это тоже неплохая задача. Если, допустим, хотя бы из звено самолетов, 4 самолета будет с системами радиоэлектронной борьбы, они смогут подавить ПВО противника и дать возможность работать нашим уже самолетам, которые у нас есть, советским, старым, тем же Су-27, Су-25, Су-24, МиГ-29, так как они сейчас пока не могут работать за счет, из-за того, что ПВО противника довольно-таки серьезное. Подавив, звено подавит хотя бы на одном направлении, может подавить и дать возможность выполнять задачи нашим летчикам. Ну, посмотрим, как это будет происходить. Но вот в ближайшие пару недель может появиться такие видео с полетами наших летчиков уже самих. И где-то под конец года могут появиться F-16. Это по минимуму, это не то, что появится. То есть раньше уже точно не будет. А вот по минимуму где-то так. Романе Георгійовичу, традиційно требують запитання на завершення нашої розмови. Скажіть, будь ласка, чи Угорщину можуть вигнати із Євросоюзу? Сложний процес, но он возможен. То есть сложный, длительный, но возможен. Так что, ну, Венгрия, как только возникнет вопрос вывода Венгрии за пределы Евросоюза, поверьте, там все сразу утихнут, будут ниже воды, тише воды, ниже травы. Потому что Венгрия, она сидит на дотациях от Евросоюза. И там дотации очень серьезные. Это будет то же самое, что и с Грецией. Тоже еще одна дотируемая страна. Чи вдасться Евросоюзу наздогнати план постачания Украине боеприпасов? Однозначно. Они и догонят, они, я больше скажу, они и перегонят. Дело в том, что как у нас, наши правители все 30 лет гробили просто нашу и оборонную промышленность, и армию в том числе. Так и Меркель, вот как она заступила после Шрёдера, заступила на должность вице-канцлера, а в основном в Евросоюзе в свое время рулили две страны, то есть Германия и Великобритания. Британии надоело разоружаться, потому что Меркель, как скорее всего, сотрудник Штази, а это в свое время разведка ГДР, типа КГБ. Скорее всего, там она набралась этих задач. Она просто гробила боеспособность и обороноспособность Европы. Гробила конкретно, непосредственно она. Но это уже Евросоюз будет с ней потом разбираться. Механизмы, это просто я со стороны видел все несколько, а больше десятка лет, как это все гробилось. Но внутри пусть сами разбираются, это их, в конце концов, вопрос. Хотя если вступим в Евросоюз и вступим в НАТО, так тогда и мы разберемся с этой же Меркель, потому что будет такой же самый вопрос, а что это было, называется. Но после того, как они запустятся, когда они раскрутятся,
А это очень быстро делается, потому что большинство предприятий оборонного комплекса – это частные предприятия, а частная инициатива, она скоро на руку, так сказать, потому уже запускается, мы по Rheinmetall это только видим. А таких частных компаний очень много, они получат сейчас финансирование. Те заявления руководителей НАТО и оборонных ведомств каждой страны о том, что надо увеличивать обороноспособность, надо увеличивать финансирование на производство вооружения. Это же нам в плюс большой, потому что все это будет ускоряться, и оно потом обгонит. Вот посмотрите, запуск, он происходит в течение где-то года, такого рода, и раскрутка где-то в течение года. Но они уже раскручиваются вот с начала этого года, как точно, так точно. Я думаю, на весну мы уже получим достаточно и больше, чем будем запрашивать. Уже будет, по крайней мере, где взять. Як Росія віддячить КНДР за боєприпаси? Ну, у КНДР є деякі моменти, зв'язані, ну, недостаток моментів, зв'язаних з воєнною промисловістю, можуть додати якихось технологій, тих, які у китайців немає. Ну, я думаю, скоріше всього, це будуть ядерні технології. І ускорення передачи именно ядерного топлива, не топлива, а материала для изготовления ядерных боеприпасов. У россиян больше 6000 боекомплект ядерный, а у Китая в районе 600. Никто точно не знает, но они пытаются его нарастить, потому что то, что им не хватает. У американцев в районе 6000, у россиян 6000, а Китай вроде тут недоделанный, но он всегда был недоделанным, то есть вот где-то 600. Им надо срочно увеличить, значит, либо материалы, либо технологии, либо какое-то ядерное оборудование. Больше Китаю от россиян ничего не нужно. Они и так это берут, даже наоборот, россияне просят все ископаемые, чтобы Китай у них взял. Они еще и носом воротят. А вот ядерные технологии и сам материал им точно будет надо. А КНДР, Роман Григорьевич? Ну, это по Китаю, это по Северной Корее, да, по Северной Корее та же самая примерно картина, им нужны те же ядерные технологии и системы управления ракетами. Дело в том, что ракеты они делают, но только те, которые взлетают, пока их ракеты еще не падают, они не могут попасть, они попадают куда-то в Японское море, то есть там даже в цель попасть не могут. Но у россиян та же проблема, то есть у них система наведения, общая система довольно-таки управления серьезно портачат. Но вот у корейцев именно эта система. То есть они уже ракеты запускать могут, они просто не могут их направить. А это уже это технологии связи со спутниками, то есть это целый процесс и, опять же, элементная база. И у россиян этой элементной базы тоже нет. Они же ее тырят, как Путин говорил, тырят по миру через прокладки, обходя санкции. Даже великие санкции, Макфол, по-моему, там был у нас в свое время, санкционной политикой занимался. Великий санкционщик, вот интересно узнать бы, как это в полтора года вводить санкции, пиариться на этих санкциях, и в конце концов россияне как получали для своих кинжалов оплаты и элементную базу, так они и получают с Европы. Где этот Макфол? Забих, и никто его не слышал. Сейчас бы вытащить бы его, надо спросить. И где твои санкции, товарищ? И с кем ты там еще санкционировал тоже, пиарились полтора года, это самое, специалисты великие, санкционщики. Наарахамили себе на снятие санкций. То есть сначала вводят санкции, потом снимают. И что-то где-то кто-то наарахамил. Помните этого Абрамовича? Нарахамил снятие санкций. Вот они чем занимались. Сели, называется, на санкционный шлагбаум. В конце концов, у россиян как были, так и остались, как была, так и осталась элементная база. Вот, кстати, этой же элементной базой они могут из Северной Кореи поделиться.